этот канал, я без глаз останусь, на. Добрый вечер, и с вами «Неизвестные новости». Сегодня мы обсудим новый сезон «Неизвестных людей». Итак, в сегодняшнем выпуске. Пара ненужных слов о съемках новой умопомрачительной заставки. Серьезное интервью с неизвестными людьми. Абсолютно законное упоминание популярной молодежной группы. Нашему корреспонденту удалось побывать в одной из штаб-квартир самого необычного интернет-шоу в галактике «Неизвестные люди». Итак, смотрим. Итак, мы в гостях у неизвестных людей и хотели бы узнать, что у вас новенького, ребята. Ну что, у нас много новенького. Во-первых, мы хотели бы сказать о самом важном, что на самом деле нас теперь не просто двое, да, Иван? Да. Вот. Иван подтверждает это, что, во-первых, нас не просто двое, нас теперь, как видите, трое. На самом деле нас не просто трое, нас теперь четверо. Нас теперь четверо, в два раза больше. Давайте поприветствуем наших новых участников. Первый из них – это Алексей Фарманян. И вот вам кубок. Кубок. Спасибо большое, спасибо. Я всегда мечтал о кубке. Итак, среди наших главных участников добавляется Алексей Фарманян. Давайте поаплодируем. А четвертый наш участник, парень по имени, у него имя непростое, его называли в детстве Иннокентий, потом «Эй, ты, пойди сюда, подай мне немного пивка», но сейчас его зовут просто Вадим. Вадим, молодец. Вадим, давайте поаплодируем. Вадим, прошу вас, садитесь. Вадим, как вы видите, Вадим студент, и он ест в любую свободную минуту. Что вы едите сейчас, Вадим? Пельмешки. Пельмешки, Вадим ест сейчас пельмешки. Ну что ж, дорогие друзья, теперь видите, что на диване наших съемок нас стало теперь побольше, да? Вот, я хочу сказать, что ну, в течение нашего шоу люди будут вылетать. Да, мы решили взять идею, на да. На вырост. Это шоу на вырост. А еще я хотел бы сказать, что если мы вот так вот еле помещаемся, то на диване, то шоу обещает быть насыщенным. Насыщенным, плотным, а много калорий в нашем обуви. Ну, если мы на этом диване помещаемся, я не знаю, как мы в кадре помещаемся, если честно. Ну что, дорогие друзья, как видите, нас теперь четверо. Мы все такие же придурки, как и были. Плюс два. Переходим к следующим новостям. На данном этапе проходят съемки последних серий этого года. А также до нас дошли слухи, а это правда, что у неизвестных людей новая заставка. И по обоюдному согласию был предоставлен оригинальный трек группы «Наркотики». И напоследок я хотел бы вам сказать, что вам придется ожидать в новом сезоне. В новом сезоне вам придется ожидать всего. Единственное, что никто ни в кого ничто кидать не будет. Это просто не выдержали.